А в области Улытау завершается второй этап газификации. Голубым топливом обеспечены два квартала и западный район Жезказгана областного центра. Газом теперь будут отапливать несколько социальных объектов и больше 1700 частных домов. Ранее голубое топливо стало доступным в нескольких микрорайонах и пригородных селах. Третий этап в регионе начнут следующей весной. К 2030 году газом обеспечат жителей Сатпаева, Каражала, поселка Жайрем и Жанаркинского района. Раньше всю зиму топили печку. По 10-15 тонн угля уходило за зиму. Морозы приходилось кочегарить весь день, чтобы обогреть дом. Сейчас же, как провели газопровод, станет намного легче. Мы очень рады, что в наш район провели газ. Газификация данного района, я думаю, решит проблему нехватки дефицита тепла, подаваемое с теплоэнергоцентрали ТЭЦ города Жезказган в данный район, так как этот район у нас расположен на окраине города. По плану подача газификации на данный район у нас предусмотрено на 1 октября текущего года.